Если вы еще не подписались на наш YouTube канал, либо Яндекс.Дзен, либо Рутуб, сделайте это прямо сейчас. Для вас нажать всего одну кнопку, а для нас это просто огромная мотивация делать для вас ролики, чтобы вы наглядно видели, как та или иная техника работает в реальных полевых условиях. Разогнался, так разогнался, вошел в кураж. Вот это зверюга, а? Блин, два прокоса, три прокоса. Смотрите, а? Просто класс, а? Как же удобно все-таки не ходить за мотоблоком, а ехать на нем. Друзья мои, всем привет! Вы на канале садовой техники Gardenstock. Меня зовут Алексей, и я его ведущий. Всех вас рад снова видеть. И сегодня у нас на обзоре мотоблок Нива Мультиагра с двигателем Zhongshan, роторная косилка, естественно, от производителя Нива, и адаптер от производителя Мобилка. Сегодня я буду, сидя, косить на этом замечательном мотоблоке, не ходить. Таким мотоблоком можно обкашивать просто огромные территории. Без разницы, какую косилку вы прикрепите, оригинальную Нива, Заря, либо там Пахарь. Главное, что вы сидите, едете, управляете, пьете пивасик, к примеру, и работаете в удовольствие. Это самое главное. Так вот, немножко хочу рассказать про сам мотоблок, так как это все-таки новая модель. Вы скажете, да как там новая модель? Это же двигатель Zhongshan 7,5 лошадиных сил. Да, но они были всегда на классическом редукторе. Здесь же у нас редуктор Мультиагра. В чем прелесть? А в том, что этот мотоблок отлично подходит для работы с адаптером. Почему? Да потому что не на редукторе коробка передач, а на рулевой колонке. Да, диапазон скоростей здесь тоже будет выше. Три скорости вперед и одна назад. И также всегда можно перекинуть ручей на другой шкив. Как это все делается? А здесь это все очень-очень удобно. Поднимаем кожух. Ой, ну сейчас здесь просто уже косилку роторную одели. Ну вот так вот поднимается кожух. И здесь два ручья. Ремень перекидываете с пониженного на повышенную скорость. И ваш мотоблок становится спортивным болидом. Будет ехать до 14 км в час. Комплектация у этого мотоблока стандартная. Пневмоколеса 2 штуки. Диаметр 4 на 10. Также удлинители осей, 4 поршнефрезы захватом 86 см. Из коробки этот мотоблок может выполнять функцию культиватора и также как ездовое средство. К нему можете цеплять прицепы, ездовые адаптеры и тому подобные вещи. Но сегодня речь не об этом. Сегодня речь про нашу роторную косилку от производителя Красный Октябрь Мототехника Нива. Чем она замечательна? Ну, во-первых, она не двухдисковая, она однодисковая. Если вам нужно много маневрировать, то захват здесь будет не 80, а 60 сантиметров. Такой косилкой вы можете подлезть под любое дерево, под любой куст, никаких проблем. Здесь у нас есть вот такой фартук. Фартук будет защищать всех проходящих рядом, потому что косилка вращается против часовой стрелки, чтобы трава вся не летела. Здесь сделан этот фартук. Но также здесь еще есть поддол сзади самой косилки.
С этой роторной косилкой можно ходить в той же самой одежде, в которой вы ходите на работу. Будьте чистым, трава здесь в оператора не летит. Подключается косилка стандартным способом. В комплекте этой косилки сразу идет два адаптера. Один адаптер для подключения к классическому редуктору, второй адаптер для подключения к редуктору мультиагра. Эта косилка штатно будет подходить на такие мотоблоки, как АК, Мобил К и любой китайский ременной мотоблок, у которого есть штырь на 30 мм посадки. Колеса без разницы какие, 4 на 8, 4 на 10, либо 5 на 10, на все эти колеса такая косилка подойдет. У самого штыря есть три отверстия. Этими отверстиями вы будете регулировать натяжку ремня. Когда вы мотоблок заведете, у вас вот этот вот привод, он не будет включаться до тех пор, пока вы не нажмете. Я его вывел под левую руку, вот таким вот образом, вот смотрите на саму косилку. Я нажимаю, и идет натяжка ремня. И еще, в комплекте с этой косилкой идет один удлинитель. Сейчас вы спросите, а почему один, почему не два? Ну, потому что ширина захвата самой косилки 60 сантиметров. И если мы поставим два удлинителя, то будет 20 сантиметров отступ. Нам он совершенно не нужен. Мы хотим мотоблоком проходить, и чтобы косилка целиком захватывала весь проход. Именно поэтому мы ставим один удлинитель, ставится он с правой стороны. В принципе, какие-то, если есть у вас вопросы по мотоблоку мультиагра, это среди мотоблоков Нева мой любимый редуктор. Почему? Потому что еще у него разобщение осей как на левую, так и на правую сторону. Да, этим мотоблоком очень удобно работать с фрезой. Закопался, вытянуть 100 кг своими физическими силами практически нереально. Здесь этого делать не надо. Разобщение колеса включили налево, он вас повернул направо. Наоборот, включили направо, он вас повернул налево. Все удобно, все классно, и все это интегрировано в сам редуктор. И что очень важно, если вы обратите внимание на редуктор мультиагро, то здесь вы увидите маленький, компактный и очень надежный редуктор. Если вы будете сравнивать с какими-то аналогами, у всех он будет в виде кирпича и тем самым углубляется гораздо хуже. Именно поэтому мотоблок Нева предназначен как для целинных земель, так и уже для паханных земель. Он очень хорошо работает и эффективно с фрезой. Но в комплекте, к сожалению, идет только 4 почвофрезы. Обычно к нему докупают еще дополнительные фрезы, тем самым захват увеличивают до 120 сантиметров. И мотоблок идет уверенно, его можно держать одной рукой. И таким мотоблоком, если вы смотрите все мои видео, справился мой сын, которому всего-навсего 8 лет. Все техническое обслуживание этой косилки сводится к тому, чтобы иногда менять приводные ремни. Ну и также у вас здесь прям редуктор, селидолы сюда ляпнули, все готово, работаем дальше. Но если вы купили какой-то нестандартный мотоблок с большими высокими колесами, либо наоборот с низкими, здесь есть целая регулировочная платформа, которую можно отрегулировать как выше, так и ниже, так влево, так и вправо. Поэтому не переживайте, для любого мотоблока эта косилка точно подойдет. Ну и конечно, хочется мне сказать пару слов о самом моторе. Ведь здесь не стоит самый дешевый китайский мотор типа Лифана, либо какой-то ноунейм. Вы все знаете, что есть хорошие китайские моторы. Да, китайцы сейчас делают тоже действительно хорошие моторы. Это Зангшен, это Лангчин, это Вейма. В нашем случае это мотор Зангшен. Если вы обратите внимание, то ресурс этого мотора практически точно такой же, как у брендовых фирменных моторчиков, и составляет 2000 моточасов. Еще во всех мотоблоках серии мультиагро очень удобная рукоятка. Ее можно отрегулировать как под рост человека любого оператора, так же и влево-вправо на 30 градусов. Ну и адаптер. Это то ездовое средство, на котором я сегодня буду ездить при работе с нашим мотоблоком. Адаптер стоит 14 990 рублей. Делает его гагаринский завод Мобил К. Чем он хорош? Ну, во-первых, у него большая удобная сидушка. Сюда влезет огромная пятая точка. Также есть борта. Сейчас ехал вдоль речки, одно колесо у меня провалилось в обочину. Ничего страшного, усидел, не упал. Этот адаптер регулируется под любой практический мотоблок. Если у вас рулевая колонка выходит далеко, здесь есть целых 5 позиций. Можно сделать его длиннее, можно сделать короче. Поэтому его можно смело назвать универсальным и подходящим практически для любого мотоблока. Колеса с ним идут 4 на 8, достаточно хороший дорожный протектор. Также есть тормоза,
можете всегда застопорить, если вы разогнали ваш мотоблок. Но это еще не все. К этому адаптеру продаются специальные комплекты опускного механизма. И этот адаптер можно смело будет эксплуатировать с плугом, с окучником, с картофелевыкапывателем, цеплять все навесное пассивное оборудование сзади и работать на нем в огороде. Теперь, я думаю, пора переходить от слов к делу. Заведем мотоблок, сядем и начнем косить наше поле, которое полно борщевика, чтобы вы наглядно поняли, насколько удобно, сидя, работать с этой всей конструкцией. Так, чтобы завести мотоблок, я включаю зажигание и дергаю стартер. Мотоблок завелся, все хорошо. Садимся, находим удобное место. Чуть-чуть больше оборотов даем. Включаем косилку. Косилка включилась. Ух, зверюга! Включаем скорость. Я же включу первую передачу. И начинаем включать привод. Ух ты! Угол разворота будет достаточно большой. Сразу предупреждаю. Уверенно. Так, самое главное сейчас остановиться и показать вам, что вся эта трава, она срезанная. Давайте, обратите внимание, какие он дорожки кладет из травы, и что вся у нас трава полностью выкошенная. Можете ее собрать, можете ее оставить здесь, как вам уже удобно. В принципе, стрижет, оставляет после себя 5-6 сантиметров.
Разогнался, так разогнался, вошел в кураж. Вот это зверюга, а! Блин, два прокоса, три прокоса. Смотрите, а! Просто класс, а! Как же удобно все-таки не ходить за мотоблоком, а ехать на нем. Главное работать на первой передаче, никуда не торопиться и аккуратно все стричь. Вы посмотрите, друзья мои, насколько же она эффективна. Как же на ней классно работать. И самое главное, удобно. Трава летела во все стороны. Улыбка моя не сходила с лица. Работает просто, я не знаю, офигенно. Так, давайте посмотрим на режущие элементы. Самое главное, потом скажете, почему он ничего не сказал. Здесь идут вот такие металлические пальцы. В комплекте сразу идут запасные, не переживайте. Наскочите на что-то, всегда замените. Но самое главное, перед работой обязательно пройдите по участку. Посмотрите наличие народных предметов. Посмотрите, чтобы не лежало никаких кирпичей, не было пеньков. Короче, косите на там, где вы знаете и уверены, что у вас относительно ровный участок и нет никаких инородных предметов. Это действительно очень важно. При работе этой косилки хватает мощности 6,5 лошадиных сил. Даже при том, что вы прицепите к нему адаптер сзади и будете сидя косить. Но, конечно же, чем мощнее мотоблок, тем лучше. Именно поэтому мы взяли мощность 7,5 лошадиных сил. Этот мотоблок и этот мотор справлялись что с роторной косилкой, что с адаптером очень хорошо. И даже не чувствовалась потеря мощности, хотя я заходил в действительно высокую траву. Друзья мои, мототехника Нева с этого года дает на все свои мотоблоки, так же как и на навесное оборудование, 3 года гарантии. Если вы обратите внимание, на кожухе гордая надпись 3 года гарантии. Это хорошо, конечно же. Ведь когда мы покупаем технику, мы должны быть уверены, что она вас не подведет в первый год. И вам не надо будет бегать, искать какие-то запчасти, либо покупать себе новый мотоблок. Цена. Роторная косилка. Красного октября. Мототехника Нева. 19 990 рублей. Сам мотоблок с редуктором мультиагро на Зангшене. Мощностью 7,5 лошадиных сил. 68 тысяч рублей. И ездовой адаптер. 14 990 рублей. По сути, на круг все это получается практически 100 тысяч рублей. Если вас заинтересовал этот комплект и вы хотите его купить, без проблем. 80 тысяч рублей, друзья мои, и все это будет ваше. Здесь будет полноценный мотоблок, мощный, с полным комплектом. Роторная косилка для того, чтобы навсегда избавиться на участке от травы, либо заготовить сено скоту. Ну и также отличный ездовой адаптер, на котором вы будете гонять в магазин за пивом, ездить на мотоблоке куда угодно, транспортировать какие-то грузы. К нему всегда можно прицепить прицеп. И также он может работать с пассивным оборудованием. Плуг, окучник, либо картофелесажалка. В огороде это даже не в огороде, а вообще в жизни. Если вы живете в деревне, либо у вас есть дача, я считаю, без такой вещицы просто не обойтись. За вот этот комплект, которым мы поработали 5 минут, цена 80 тысяч рублей. Если вы не любите покупать с картинки, вы всегда можете приехать в магазин, посмотреть все живую, ознакомиться с этими механизмами. Вообще мотоблоков в нашем магазине больше, чем 260 штук только на витрине. Поверьте мне на слово, здесь себя найдет любой покупатель, любой мотоблок. А если нужно подобрать какое-то навесное оборудование, то либо я, либо какой-то другой менеджер подберет все навесное и также все расходные необходимые материалы. Наш магазин находится по адресу: Московская область, Пушкинский район, село Тарасовка, улица Большая Тарасовская, дом 81. Легче всего в навигатор забить одно слово «Гарденсток», и навигатор приведет прямо к нашему подъезду. Работаем мы каждый день, без выходных, без перерыва, с 9:30 до 19:30. Если вы еще не подписались на наш YouTube-канал, либо Яндекс.Дзен, либо Рутуб, сделайте это прямо сейчас. Для вас нажать всего одну кнопку, а для нас это просто огромная мотивация делать для вас ролики, чтобы вы наглядно видели, как та или иная техника работает в реальных полевых условиях. Если вам понравилось видео, не забываем поставить палец вверх. Вам же всем спасибо за внимание. До новых встреч, друзья. До свидания.